благодарим Тебя за Твой Кыргызстан, благодарим Тебя за этот особенный Божий народ, который Ты сотворил, который Ты сделал, Господь, и создал его из своего сердца. Боже, мы благодарим Тебя за каждую сферу жизни этого прекрасного общества. Благодарим Тебя за каждого кыргыза, проживающего в Кыргызстане, а также по всему лицу земли. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что кыргызы повсюду. Вся Москва полна кыргызов. И вся Россия, и Америка, и Европа, они везде. И мы благословляем кыргызов повсюду, а также просим Тебя поднимать Кыргызстан так, чтобы кыргызы желали жить в Кыргызстане. Потому что эта земля будет процветать, будет богатой, будет открывающей, счастливой, здоровой, радостной, безотрадной собой. Поэтому мы большую славу Господу, на великую, сильную, кыргызскую нацию, ради которой люди будут делать и стали в уголков земли, чтобы здесь поклониться Богу, живому Богу Кыргызстана, имя которого Иисус Господь. Сейчас у нас!